У зв'язку з ситуацією в країні страх та неспокій стали частиною нашого життя. Як жити у період карантину, будемо дізнаватися від психолога Олександра Казаріна. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Пане Олександре, насправді час такий, коли всі в масках, так? Всі в рукавичках, усі захищаються. І багато для кого це стало зараз стресом, ситуацією, яка неконтрольована. Такого ніколи ще не було, щоб ми так довго знаходились в карантині. І тим більше, що ніхто не знає, хвора ця людина поблизу біля тебе чи ні. Так? Так от, хотілося б запитати вас, як насправді продовжувати життя? Як позбутись, можливо, якихось поганих звичок? Як знайти себе у цей період карантину? І як потім продуктивно, ефективно повернутися до нормального життя вже після, коли все це закінчиться? Ну, у нас є троє суток, щоб обсудити цей вопрос без перерыва, да? Ну, то вже у нас є 17,5 хвилин. Це все, на що ми можемо розраховувати. Ну, я ж розумію, що я ж як психолог должен відповідати, да? Ну, можете, як і звичайна людина, можна і так. Ні, ну, я хочу вам розказати одну притчу. Я думаю, что это будет лучше, чем я вот начну что-то умничать, рассказывать, тем более в Фейсбуке там столько всего написано об этом. Когда-то, это такая история есть практически у всех народов, я вот индусскую притчу знаю, поэтому я ее расскажу. Как-то вот в одном царстве много-много лет назад произошла трагедия такая. Ну, не коронавирус, но тоже плохо было. Дождя не было на протяжении нескольких лет, земля высохла, деревья погибли, кругом засуха, естественно, люди тоже болеют, умирают. Ну, в общем, кошмар и ужас. И вот царь спустя какое-то время уже тоже весь обессиленный, его царские запасы даже закончились. Вышел обойти свое царство последний раз. Вот он идет, идет, видит эти пустынные поля, все ужасы, кошмар, такой Армагеддон. И видит там вдалеке какой-то крестьянин пашет землю. Он подошел и говорит: ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Ты, наверное, вообще с горя помешался. Земля сухая, дождя не было, вот. Твоя лошадь худая, ты сам тоже худой, зачем ты это делаешь? И крестьянин говорит: понимаешь, царь, я вот уже много лет живу, наблюдаю этот мир, меняется все. Иногда дождь есть, иногда нет, иногда солнце, иногда там другая погода, день, ночь, все изменится. Но если я перестану делать то, что я должен делать, я забуду, кто я есть на самом деле. Моя лошадь забудет, как землю пахать. Я забуду, что я крестьянин. Вот, поэтому я каждое утро выхожу и делаю то, что я должен делать. А дождь, ну, все проходящее. И тут раз — и капнул дождь. И крестьянин говорит: я же тебе говорил, все изменится. Ну, пошла, дорогая. Вот, поэтому я думаю, что все изменится. Вопрос только в том, чтобы мы все-таки продолжали делать то, что мы должны делать. Вот. Поэтому вот понять, зачем же я вообще сюда пришел, и какие-то шаги в этом направлении делать, да. Ну, я могу сказать, вот я ж не должен уже просто умничать. Мы, например, запланировали на 5 апреля концерт в Киеве. Ну, естественно, офлайновский концерт, там договорились о помещении, но, пардон, все изменилось. Ничего подобного, мы репетируем. Ну да, пришлось сейчас вот перенести это в онлайн. Ну, все равно концерт состоится, все нормально, так что приглашаю. Тобто все одно треба, треба займатися і собою, і своїм розвитком, так? Якщо у людей зараз були якісь справи, можливо, в когось були невідкладні справи. До речі, таких теж дуже багато людей, які вимушені були все це призупинити, так? Змиритися вже з тією ситуацією, яка склалася, і потім з надією чекати, що щось покращиться і зміниться. Ти зараз сказала очень правильную, вот очень четкую фразу: смириться с миром, то есть принять это с миром, не с сопротивлением. Ну да, есть такая ситуация, ну да, вот, ну закрыто. Я знаю, что и сегодня очень многие люди переформатировались и все равно продолжают делать то, что они должны делать, ну просто в другом каком-то формате. Так что жизнь продолжается, и я думаю, что это самое главное. Сейчас очень многие говорят, ну, все говорят о вирусе. Вот, только ленивый
не знаю, найти человека, который об этом не говорил. И врачи-то тоже говорят, они говорят, что ну да, вирус, но не все заболеют, потому что у нас же все-таки есть какая-то иммунная защита, правда? Ну, кажуть, перехворіють, хтось в легшій формі, да, ну так, як це в Китаї було. Поэтому, ну, наверное, нужно заниматься в первую очередь тем, чтобы поднимать уровень своей иммунной защиты. Физической, но есть еще другой момент. Очень много говорят о том, что давайте вот как-то иммунитет свой поднимать, но имеют в виду часто иммунитет физиологический свой. И забывают о том, что есть такое понятие психологический иммунитет. Я думаю, что в этой ситуации, в которой мы находимся, это еще важнее. Стресостійкість якась така, так? Чи це не зовсім те? Імунітет цей психологічний. Що це таке? Ну, наверно, ну, смотрите, що таке імунітет? Імунітет – це защитні сили організму, да? Вот. Ну, у нас же не знаходиться не тільки в там железах нашої внутрішньої секреції, либо ну, на фізіологічному уровні. Наша психіка ведь тоже защищається. Или не защищається. Например, ну, ты говоришь про стрессоустойчивость. Ну, какой-то элемент, наверное, стрессоустойчивость – это и есть элемент какой-то психологического иммунитета. Ну, не обязательно доводить до стресса, чтобы быть устойчивым, понимаешь? Это уже какая-то вот крайняя степень. Находить положительное в том, что происходит, вот сейчас происходит. Ну, это вміти реагувати на ситуацію, так? Ну, іншими словами. Ну, якщо, наприклад, да, це ще не стрес. Адекватно, адекватно, то есть не доводить до стресса. То есть, ну, есть же такое понятие, и все, наверное, это знают и сталкивались. Если там Вселенная, Бог или кто там во что верит, одной рукой что забирает, то другой дает... Обязательно. Ну, не бывает такого. Это закон природы, это равновесие. Поэтому вопрос только в том, чтобы внимательно посмотреть на то, что если у тебя что-то там отняли, посмотри, какие возможности у тебя открылись. И те люди, которые в состоянии увидеть эти возможности, с ними все в порядке будет. До речі, с приводу, например, экономической ситуации. Так, усі ж, от, багато хто зараз вичерпав уже свои запасы, так, а там накупили якийсь час люди, а потім гроші вже в когось не вистачає. Так? Ну, тобто ми розуміємо усі, що у більшості їх не вистачає. Тому люди думають, переживають, хвилюються, а що ж буде далі? І от якраз коли закінчиться вже цей період, то як поновлювати себе? Як бути готовим, наприклад, до такої економічної кризи, яка буде такою загальною і врешті-решт у кожного окремо? Так? Тобто це теж і моральна криза разом з економічною кризою. Вони дають якийсь такий страх, що ж буде далі, що я буду робити, чи зможу я виплатити з цієї ситуації, наприклад, так? І є люди, які, користуючись такою ситуацією, навпаки, піднімають свої статки, так? Ну, можливості. Ну, це справді, це взагалі-то інше питання, можливо, але я як психолога хотіла запитати вас, ну, якщо і справді до того все йде, і якщо ми розуміємо, що ситуація серйозна, то чи можна підготувати себе якимось чином? Ну, так, щоб це було для вас добре. Ты понимаешь, дело в том, что, ну, ты говоришь, что сам кризис создает страх. Кризис не создает страх. Отношение к этому кризису создает страх. Мало того, этот страх и создает дополнительный кризис. Угу. Вот понимаешь, о чем так, я говорю? Так, ну, тобто, це, то есть, это в голове, как то кажут, так? Да, Більше. То есть сейчас, если мы все, вот сейчас с тобой договоримся, да, еще там договоримся, и решим, что завтра будет хуже, чем сегодня. И начнем в это верить. Даже просто мысль об этом допустим. Я думаю, что очень большая вероятность, что так и произойдет. Понимаешь? То есть мы своими мыслями, своим отношением к тому, что происходит, мы формируем то будущее. Вот, например, ты говоришь, что люди переживают о том, что будет дальше. Но покажи мне человека, кто переживает о том, что сейчас. Понимаешь? То есть, если бы люди начали переживать о том, что сейчас, что я сейчас вот могу сделать, но большинство как бы задумывается о другом, о том, что сейчас это все ерунда, а вот дальше будет хуже. Как я буду жить дальше? Задумайся о том, как ты сегодня будешь жить, как ты сейчас, как ты сегодня день закончишь, понимаешь? Вот, что ты сегодня можешь сделать для того, чтобы там дальше у тебя было все хорошо?
Ну, от, як кажуть, якщо ви готуєтесь до кризи, то криза ж прийде, так? Ну, звісно. Ну, как ви ж приготувалися про чорний день, ну, да. Так. От всі обов'язково, це ж замечено о том, що якщо ти відкладаєш на чорний день, обов'язково він наступить. Мало того, ти ж будеш радуватися. Наконец-то. Я ж не зря, молодец. А если он не наступает, а там оно взяло, протухло, там испортилось, думаю, тут, блин, лучше бы этот черный день наступил. Пане Олександре, ну от психологи зараз, я так чую з усіх боків, кажуть, що ми проходимо там декілька стадій, так? Є там їх 6, хтось називає 5, так? Це коли людина повинна якимось чином реагувати. Тобто стадії реагування. Спочатку вона одна, потім інша, друга, третя, п'ята, так ми до якоїсь доходимо. Чи це правда? Чи, можливо, не треба взагалі орієнтуватись на ті стадії, а ми повинні орієнтуватись на внутрішні почуття, тобто як ми самі ставимось до тієї чи іншої ситуації. Юра, якщо тобі хочеться ізучати послідовність реакцій, пожалуйста, ізучай. Це все залежить від того, чого ти хочеш. Якщо тобі хочеться зрозуміти, яка у тебе буде наступна стадія, да? Ну, давай, изучай предыдущую, там можно статьи еще почитать. Ну, как бы у психолога, у них работа такая. Вот. Угу. Ну, потом же нужно еще в сетях там статус там поднимать. Простите меня, психологи, я... Вот. Все зависит, что ты хочешь. Если тебе хочется как бы жить эффективно, то я не думаю, что тебе нужно отслеживать эти стадии. Насправді ефективно хочеться жити кожній людині кожного дня. І якраз ми для того зараз і запрошуємо тих фахівців, які зможуть показати той вірний шлях. Не якісь фейки, так, які там зараз їх дуже багато, і насправді люди вже не знають, куди кидатись. А той вірний шлях, який буде ваш, лише ваш, і ви ним пройдете, ви пройдете успішно і повернетесь нормально до того життя, яке вам потрібно. Да. Все. Юль, ну, давай так. Однозначно, ситуація серйозна. Ну, как бы, ну, всі об этом уже говорять. О том, что, ну, не было в обозримой истории человечества у нас вот такой ситуации, как сейчас. Ну, такая вот пандемия глобальная, да? Вот. Поэтому, ну, да, наверное, что-то произойдет. Ну, не факт, что это произойдет с тобой лично. И для того, чтобы как бы стопроцентные гарантии, что мы все выживем там и будем здоровы, нет. Но меры можно принять. Меры защиты, во-первых, своей физиологической. Да ходите в масках, сидите дома, как там говорят. Пейте витамины, делайте йогу по утрам, перестаньте есть вредные продукты. Это однозначно поднимет вас иммунитет. Перестаньте нервничать, злиться, находить всякое дерьмо в интернете и там в окружении. Это поднимет ваш психологический иммунитет, и вот этого тоже будете здоровы. Ну, как бы вот и все, что мы вот в этой ситуации можем сделать. Вот. Ну и заниматься тем, чем мы должны заниматься. Вот я вот смотрю, у меня есть люди, которые продолжают жить так, как они и жили в основном. Просто немножко поменяли формат. И кто-то там работу перенес домой. Еще и находит в этом плюс, потому что он больше времени с семьей проводит там, или со своей собакой. Все равно на улицу ходят. Ну, правда, в маске. Ну и что тут такого? Прикольно. Ну так, багато хто бачить у цьому поки що позитив, але кажуть, що позитив – це до тих пір, поки ви не побачили страх. От коли ви вже побачите і коли вже торкнеться кожного, от тоді людина почне замислюватись. У нас з тобою предыдущая передача була про страх, помніш, так? Да? Да? Так, да. Це лякають, так? Ну, звісно. Ну, смотри, чим нас пугають? Ми всі умрем, так? Да? Угу. Ну, умрем. Ну, как бы, я понимаю, что я тоже когда-то умру. Ну, и да, ну и что? Ну, понимаешь, вопрос вот в том, что страх, вот откуда он возникает, страх? Страх – это вообще-то нормальная реакция организма на опасность, да? Поэтому здесь два варианта. Есть страх, который наш может привести к разрушению. Я боюсь, поэтому я сейчас вот сижу и трушусь. Да? Я переживаю, разрушаю нервные клетки, я порчу отношения со всеми окружающими, потому что я боюсь. Либо я боюсь, действительно, и я, исходя из страха, ну, то есть мне страх сообщает об опасности. Я принимаю меры для того, чтобы, ну, нормально эту опасность пережить. Да, опасность есть, 100%.
Вот, ну, на опасность можно среагировать по-разному. Либо можно просто панику бить. Кстати, знаешь, откуда паника происходит? Ну, слово. Ну, был такой греческий бог Пан, рогатый такой. Вот. И его все так боялись, что когда он появлялся в лесу, все с безумными глазами бежали в разных направлениях. Это как у нас в магазины все бегут. Вот. Это вот в чистом виде паника. И продуктов хватает, но их потом перестает хватать, потому что все оттуда их изымают. И потом они дома лежат. Не в магазине, а дома. Ну так. Вот. Поэтому, ну, от і все. Олександре, ну наостанок, вже хочеться дати ті поради, які потрібні людям на кожен день. Ну от що робити кожного дня? Вставати з якою думкою? З тим, щоб краще цей день пройшов, чи з думкою про майбутнє? Чи може з думкою про те, щоб вдосконалювати себе? Чи от про що треба говорити от, собі? От смотри, от коли от ми говоримо з думкою про майбутнє, мы не знаем, Юля, какое будет наше будущее. Предлагаю вставать с думкою про теперішнє, понимаешь? Вот встаешь утром, и что ты видишь? Видишь, у тебя, слава Богу, жена, дети, дома, никто никуда не спешит. Представляешь, как классно. И вот этот день можно прожить, вот этот вот день, не следующий, завтра будет завтра. Просыпаться с мыслью, что я могу сегодня сделать для себя, для своей семьи, как я могу там книжки, может быть, почитать вместе, кино вместе посмотреть. Слава Богу, интернет у нас до сих пор работает. Можно с друзьями пообщаться. Вот. Можно поесть какую-нибудь здоровую пищу. Можно... У нас сейчас такие возможности, которых никогда не было. Мы никогда не проводили столько времени вместе в целом в семье. Можно пройти погулять куда-то вместе. Возможностей полно. Поэтому вот один из самых главных советов, не люблю советы, но как бы вот идей, которые я вижу, это перенести фокус с проблем, которые у нас есть, на возможности, которые у нас возникают во время этого прекрасного кризиса. Ну, господи, супер. Прости. Ну що, пане Олександре, я настільки задоволена тим, що ви сказали, тому що так, як ви це бачите, мабуть, не бачить ніхто. Ну, або взагалі мало хто. Я не один, у мене є багато друзів, які відносяться до цього приблизно так же, як я. І, кстати, до сих пор ще всі здорові. Ну, дай Боже, щоб все було добре, всі, щоб і далі були здоровими. Я так думаю, що не торкнеться таких позитивних людей, як і вірус. І хочеться усім побажати теж позитиву. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.